Өзің туралы не айтып бере аласың? Қандай оқу орнында білім алып жатырсың? Менің атым Жаламан. Өзім туралы айта кетсем, мен 4-ші курс студентімін, Торай Ғарф университетінің атындағы. Мен IT-сферадағы бағдарлама түрін таңдап, оқып жатырмын. Біздің компанияның кәсіби тәжірибесіне қалай қабылдандың? Осы компанияға, осы Текеду компанияға мен өз досымның ұсынысы ретінде келдім өндірістік тәжірибеге. Оны мен Инстаграм парақшасынан көрдім. Почта арқылы мен өз өтінішімді жібердім және собеседованиядан өттім. Кәсіби тәжірибе қалай өтті? Ұжым ішінде әріптестердің қарым-қатынасы қандай? Осы кәсіби тәжірибеде мен бір ай боп практикант болып жұмыс істедім. Мен осы тәжірибеде фронт-энд жағындағы әрбір веб-беттерді әрбір деңгейдегі жасауды үйрендім. Және де осы ұжымдық байланыс туралы айтсақ, мен осы компанияда қалай ұжым бірімен байланысады, қарым-қатынас және қандай мәселелерді шешу туралы білгім келді. Ұжым ішіндегі әріптестердің қарым-қатынасы қандай? Ұжым ішіндегі қарым-қатынас ол өте жақсы, керек кезде әрбір мәселені саған шешіп береді және сұрақтарға жауап береді. Кәсіби тәжірибе барысында не үйрендің? Кәсіби тәжірибесінде мен CSS фреймворкінің Bootstrap 4 версиясын үйреніп алдым. Сол арқылы мен әрбір веб-беттерді қалай бейімделеді, ол әрбір экрандарға, десктоп, лаптоп және мобиль версияларға дейін. Және де JavaScript арқылы бірнеше анимацияларды жазуға үйрендім. Және DOM элементімен жұмыс істеуге, Node Cloud дегенде. Және де дизайн фигма шаблонымен жұмыс істеуге үйрендім. Болды. Біздің компанияның тәжірибесін өтуге басқа да студенттерге кеңес бересің бе? Осы компанияда басқа студенттерге мен кеңес беремін. Өйткені мұнда келіп, сіз көп нәрсені үйрене аласыз. Өйткені мен үйренгенім ол өзіме үлкен тәжірибе ретінде өз тәжірибемді көтеріп шықтым. Көп мақсаттарға жетуге болады осы компанияда. Және кейбір мәселелерді шешуге, және сұрақтарға саған жауап береді. Please tell us about yourself. Where do you study? Hello, my name is Anel. I am a student of final course in Kazakh British Technical University. My degree is Faculty of Information Technologies, and I am very into an IT world. How did you get to our company for practice? All my friends know that I am interested in 3D modeling, and one of my friends, he sent me an announcement about internship in this company, and I decided to go to the interview, and as you can see, I am here. What did you expect from internship in our company and how it was? I have never been before in internships, so I was a little bit nervous and I was afraid of the staff members to not get along with them and not to be able to handle this job. But however, my expectations were met for better and I'm very excited to work here, and the staff is so friendly to me, and they are very kind and always ready to help me. What have you learned? I gained a lot of knowledge. I learned some new skills and had a very cool experience in this sphere I haven't studied before, to be more precise, in oil and gas sphere. I highly recommend for all people who are watching this video to work here and have an internship. Для чего это нужно компании? Мы организовываем практику для того, чтобы иметь возможность регулярно выходить на рынок и смотреть новых людей. Потому что каждый год появляется возможность попробовать новых людей, посмотреть их в деле и, возможно, найти каких-то талантливых ребят, которые потом придут к нам на работу.
Какие плюсы имеются для нас и для практикантов? Для нас, в первую очередь, это возможность познакомиться с новыми ребятами, возможность получить новые какие-то идеи, предложения, быть ближе с молодежью, с последними трендами, лучше понимать, чем живет сейчас молодежь, что их интересует, беспокоит. Приток свежих идей, приток энергии, позитивных каких-то эмоций. Вот. Это плюсы для нас. И эти плюсы очень большие. То есть, как бы для нас это очень ценный опыт. Для самих практикантов, безусловно, это тоже возможно. Это очень большие возможности по получению реального практического опыта работы. Потому что, да, есть сейчас усилия учебных центров. Мы видим, как университеты и колледжи стараются сделать свое обучение более ориентированным на получение реальных навыков. Но все равно ребята, которые к нам приходят, мы видим, что даже из топовых университетов не хватает опыта реальной практической работы. И то, что мы даем ребятам, это, конечно же, опыт выполнения реальных практических проектов, работы над реальными задачами, где они могут в команде с другими специалистами выполнять работу, которую они до этого учились только в теории. Да? Вот. Это самый главный опыт, который они получают от практики. То есть они могут за период практики выполнить либо маленький какой-то проект самостоятельно, либо в команде с другими ребятами они могут принять участие в большом проекте. Какие компетенции мы оцениваем? Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что мы, конечно же, в каждом человеке, который проходит у нас практику, мы оцениваем ряд качеств, которые, по нашему мнению, являются ключевыми факторами успеха. И я бы здесь выделил несколько таких компетенций. То есть компетенции, если кто-то не знает, это набор навыков и ценностей в человеке, да? Навыков именно как поведенческих навыков. И мы обращаем внимание на такие компетенции, как активная жизненная позиция. То есть этот человек должен быть проактивным. Есть два типа людей, так, упрощенно, да? Реактивные – это тех, которых надо постоянно подгонять, и проактивные – которые сами ищут пути решения проблемы, сами управляют своим поведением, планируют свой день, вот, управляют, грубо говоря, своим расписанием более независимо. То есть, чем реактивные люди, которые постоянно как бы требуют микроменеджмента. То есть мы ищем людей проактивных, это первое. Второе – это люди, которые умеют анализировать информацию. То есть мы ищем людей, которые умеют собирать информацию. Бывают огромные какие-то мануалы, где много технических деталей, финансовая информация. То есть ее надо много времени изучать, быстро это делать, быстро делать правильные выводы. То есть нам нужны люди, которые вот умеют обрабатывать большие объемы информации, искать ее и делать правильные умозаключения. Упрощать, грубо говоря, сложные какие-то задачи. Третий навык или компетенция – умение работать в команде. То есть насколько человек общительный, коммуникативный, неконфликтный, насколько хорошо он находит язык с людьми общий. Четвертая компетенция – это креативность. Да, то есть насколько человек способен к изменениям, генерации идей, предлагать новые какие-то идеи. То есть бывает так, что работая над каким-то проектом, мы рассматриваем в рамках мозгового штурма множество различных идей. И казалось уже, когда люди все идеи закончились, нужно, чтобы иногда открылось второе дыхание, да, и появились новые идеи. Вот как раз-таки, то есть важное качество, чтобы человек мог генерировать множество различных вариантов решения задач. Креативность, да, то есть креативность тоже имеет большое значение. Ну и, наконец, такая последняя, то есть для нас важная компетенция, во всяком случае, лично для меня, это ориентация на результат. Вот, я для себя людей делю на две категории. Люди, которые ориентированы на результат, и люди, которые ориентированы на процесс.
То есть люди, которые ориентированы на процесс, они все время чем-то заняты, они что-то делают, но результатов нет. Вот. В то время как важнее, конечно же, для бизнеса, чтобы это была реализация результатов, чтобы постоянно шел какой-то прогресс, постоянно мы двигались на следующий этап, постоянно достигали какого-то нового горизонта в развитии. Поэтому эта компетенция тоже является очень важной. В каком формате проводится практика? Практика проходит в формате реальных рабочих задач и работы над реальными проектами. То есть у нас все ребята, которые проходят практику, они получают реальный объем работы по какому-то текущему проекту или будущему проекту. И работая с наставником, за каждым из них закрепляется наставник, который помогает советами, подсказывает человеку. Они работают плечо к плечу, локоть к локтю, в общем, в тесной связке над, то есть, каким-то заданием вдвоем, да, и, соответственно, выполняете в работе, выполняя это задание, практикант может всегда получать быструю оперативную помощь, какой-то совет. Плюс у нас проходит постоянное общее обсуждение, то есть мы очень тесно включаем практикантов в работу, они в течение там, недели минимум 3 раза участвуют в групповых обсуждениях, делятся своим мнением, предложениями, имеют возможность постоянно объяснять, почему они предлагают такое решение или другое, то есть как полноценные члены команды работают. И в итоге как оценивается работа практиканта? Работа оценивается по-разному, естественно. У кого-то позитивно, у кого-то не очень. Но в любом случае оценка проходит по результатам работы, по компетенциям. Да? Вот. И в конце, соответственно, практики мы заполняем формальную форму. Наставник в основном ее заполняет. Но также люди, которые вокруг практиканта были, они тоже дают свое мнение, комментарии. Вот. И эта форма после этого презентуется человеку, практиканту, где ему дается обратная связь, вот, ему рассказывают, как и что он проявил, то есть ему даются предложения, как он может развить свои эти навыки. Также мы просим презентовать проект, который он делал, который все наши сотрудники рассматривают, дают какие-то замечания, предложения. Вот. Вот исходя из этих двух факторов, то есть оценка по компетенциям и оценка финального проекта на практике, складывается заключение о том, как прошла практика.